Почему малышка Ладушка прыгает как зайчик? Это история особенной кошки. Мы приоткроем вам несколько страничек из жизни маленькой пушистой котейки по имени Панкейн Ладушка. Эта малышка появилась в семье Меган несколько месяцев назад, но уже успела украсить жизнь девушки. А Ладушка веселая, жизнерадостная, очень любит играть в прятки, а хозяйку встречает радостными прыжками на задних лапах. Не дать, не взять, маленький лесной зайчик. Но делает она это совсем не от радости. Дело в том, что Панкейн особенная. С рождения у кошечки деформирован скелет и отсутствуют две передних лапки. Из-за этого она передвигается либо медленным шагом, балансируя на задних конечностях, либо с прыжками, а спит, выгнувшись в виде буквы С. Остальное она такая же, как все кошки. Отлично справляется с лотком, любит лежать на хозяйских коленах, играть с игрушками и пакетами. Ей очень повезло, ведь малышку чуть не усыпили сразу после рождения. Меган рассказывает, что старательно готовилась к приему особенного питомца, смотрела видео, изучала материалы. Но когда Ладушка попала к ней в дом, девушка поняла, что ничего не надо делать искусственно, они понимают друг друга с полуслова. Например, когда кошечка хочет взять какой предмет, но не может этого сделать, она просто прыгает на него сверху. А Меган сразу включается в игру и предлагает свои две руки в полном распоряжении Ладушки. «Я думаю, что она не понимает, что она какая-то особенная», — говорит Меган. «Она такая сильная по духу, и я сильная по ней скучаю, когда нахожусь на работе или просто вне дома. А когда я прихожу, она всегда рада меня видеть. И это действительно пример для подражания. У Панкейн можно получить со стойкости и жизнерадостней, а у хозяйки – доброте, смелости и отзывчивости. Удачи вам! Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, узнаете еще много интересного».